эти блузки там? Эти блузки. А там еще одна киса ходит. Ой, какие вы красивые. Вон еще одна киса. Такое столпотворение, столько много народу вечером. Но Новый год, китайский Новый год, подарки всякие, ритуальные какие-то разные штучки, цветы. Очень красиво. И очень сильный ветер. Тут уже, по-моему, 30 дней был такой жаркий, теплый ветер. И даже мороженое какое-то у них бело-розовое. Красным все цветом, красный цвет Нового года. Столько много машин, столько много людей. Китайский Новый год. Ой, вот отсюда проезжают, даже из самых маленьких улочек. Сегодня очень активно. Новый год 10-го, но сегодня прямо очень активно. Собаки, черные, рыжие. Ой, тихо. Он стукнул по столу, но я так понимаю, что он не собаку гонял. Она испугалась, тут такие собаки пуганые. У нас фонарики висят. Елка горит до сих пор. Я так понимаю, что она будет до самого Нового года. Они, видимо, ее потом снимут, разберут. Сегодня даже вечером не жарко, я бы сказала. Потому что ветер очень сильный. Такая интересная погода. У нас, сколько я поняла, как раз 10-го, прям самый Новый год, будет опять сильный ливень, ну, соответствующий. Такой хороший ливень, как и был уже. После которого вараны и вылезли наружу. Ну, посмотрим. Костюмы красивые продаются. Красные. Такое платье красивое с голубыми цветами, красное. Покупают, ух ты! Ну да, конечно, иначе бы не продавали. Я поняла, пирожные должны быть белые и розовые. Новогодние кексики такие, 40 маленьких кексиков, розовеньких. Овощей, конечно, много. И все они чудесные и красивые, зелень необыкновенная. Ну, я хочу посмотреть фрукты. А вот и утка есть сегодня. Вчера ее искали, не было. Водитка. Все красненькое, розовенькое. Хочу посмотреть лаган. Сейчас пройду по кругу. Клубничка тоже осталась. Ну, такая же цена, как мне кажется, как на Джунтин. 100 бат. Рыбы свежие всякие. Креветки 250. Достаточно крупные. Достаточно, да. Копытца лежат. Ой, у кого-то что-то упало. Копытца лежат. Лемонграсс. Сушеные всякие приправки, специи. Так, что-то фруктов я не нашла. Почему-то все уже собираются. Это так поздно уже, вот фрукты в этой части. Имбирь есть. Тоже хорошо, кстати. А вот лонган. Сейчас я посмотрю, сколько он стоит. 50. Отлично, надо взять. Разобрали розочки. Жасмин так пахнет. Сладкое, вкусно. Вот видите, помыла они по цене, по весу. Вот есть 50, есть 80. Из своего, конечно, сада. Вот кексики. Китайский Новый год. Розовенький какая-то. Вот, знаете, типа маршмеллоу. Что-то такое пушистое. Все уже разобрали. Ракушки 130.
Небольшой пакетик, кстати. Ну, как обычно, лаймы по 5 бат штучка. Ну, немножечко вам поснимала. А, 2,80 по 70. Какой наборчик. И пойду-ка я в 7-Eleven. Нужно попить чего-нибудь. Всем доброе утро. Утро Нового года. Я проснулась от того, что, мне кажется, это петарды. То ли проверяют, как работают. В монастыре играет музыка. Вы слышите звуки? Такое здесь утро обычно. Сейчас еще нет 7 утра. Обычно. А. Слушайте, наверное, какие-то петарды. Уже тук-туки зелененькие ездят. На рынок все идут. Только-только проснулась. Вот такое вот утро Нового года, китайского Нового года. И теперь все в дыму будет. Посмотрите, тут уже готовят праздничные всякие. Столы, угощения. Как красиво украсили храмики маленькие. Везде. Пахнет ладаном, палочками всякие. Наши джунгли, сейчас собаки опять бегали, там, видимо, вараны активировались. Все оделись в розовое, красное. Кстати, да, у меня ничего такого нет. Ничего такого нет. Вот такой день у нас начинается.